Россия не прекращает поставки вооружения террористам Донбасса. В течение 1,5-2 месяцев на оккупированной территории привезли примерно 15 тысяч боекомплектов. Такое заявление сделал руководитель Луганской области Георгий Тука. Цитата. По моим данным, формирование по ту сторону разграничения со стороны России получили приблизительно 15 тысяч тонн только боекомплектов. И вот мы сидим, думаем, почему они стреляют. Конец цитаты.